Сегодня состоялось прощание с заслуженным тренером России, заслуженным работником физической культуры Российской Федерации Рифкатом Гарафиевичем Сатаровым. Выпускник Ленинградского военного института физкультуры и спорта, он начинал службу в Туркестанском военном округе, а затем продолжил ее преподавателем в Монино в военно-воздушной академии имени Гагарина. С 1991 года тренировал команды мастеров по регби ВВА Подмосковья, Академия ВВС, женскую Ргуть из Подмосковья. С 1993 являлся генеральным менеджером сборной России по регби-7, которая под его руководством неоднократно побеждала на чемпионатах мира и Европы. С 2020 года Рифкат Гарафиевич возглавлял Щелковское училище Олимпийского резерва. С первого дня, построив грандиозные планы, пытался воплотить их в жизнь по развитию училища, по подготовке спортсменов, по подготовке специалистов для отрасли. Но, к сожалению, страшная болезнь оборвала его жизнь. Сегодня от имени министра спорта Российской Федерации, от Министерства спорта Российской Федерации, я хотел бы выразить искренние слова соболезнования родным и близким в связи с утратой нашего друга, нашего товарища, нашего сослуживца. Прощание с Рифкатом Гарафиевичем Сатаровым состоялось на территории Соборной мечети. Андрей Цеходович, Сергей Василевский, Щелковское телевидение.